А? Музыкант приехал. Смотри.
тошнить прямо сюда. Нет. Таблетка я не буду, я все съем. А их можно есть? Ну, не надо есть. Вот мы не пьем, это грибы сырые. Да, плохо чувствуем. А ты думаешь, что это креветки? Не ешь. Они все такие. Не знаю. Спросите его. Огненные клетки. Он заяц. Спросите его. Огненные клетки. Привет. Раз, два, 16, 356. Раз, два, 659. Улица Жукова. Раз, два. Александр Матросов. Человек и пароход. Куда вы идете? Пам-пам, а вы типа не знаете. Спасибо, по-русски. Когда ты играл? Сейчас? Thank you.
далеко. Зачем тебе эта капуста? Капуста. И что это? Это помидор. И это? Чеснок. Это? Господи, редиска. А, да, это? Помидор, капуста. Капуста. Как называют тебя круч? А, нет, подожди. Подожди. Можно. Это... Так, наклейку загородить. Зачем? Оставь немножко. Я никогда не ходил за хлебом. Но мама попросила меня. Сходи за хлебом. Я пошел. Вот так вот. Какой групп сейчас? А? Какой групп сейчас? А это из Москвы. А, из Москвы? Первой. Я тоже, да. Ты люблю музык? Да, очень. Ты знаешь групп? Группу одну я знаю, поэтому я... Одну? А, какой? Я не помню, как она называется. Но она играет что-то хорошее. Thank you.
Oh, right, shut up!
of right giant dust. Dust, dust, stop it, Arad. Stop it, Odina. Ну как, братва? Да отлично у тебя идет вообще. Thank you.
концерта разыграем побольше песен. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. Это самая лучшая аудитория, которую я видел. За всю твою жизнь, до свидания. Я спою вам еще, конечно. До свидания. Да, мне дюк. Да? Thank you.
friends all day watching and mock my agony. Turn on my love and no help from my friends. Молодец. Bonsoir mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir. Je suis en train de faire qu'on adresse tranquille. C'est le manique de la première vidéo. Tout ce qui bouge pas. So this is the corner of the criticus, yeah? So. You like the program today? So. Huh? I said so-so. So-so? Yeah. Explain it, please. Well, I liked it in the beginning when it was only the voice of the girl singing and the live music around. But when it comes to this kind of features, it's not my cup of tea. Thank you. And you? I kind of liked it, but I didn't have much of it. I spent most of the evening talking to some different people and going from group to group. I had so many things to arrange, so... Let's say it was a business evening. Yeah, it's new. Music. Yeah. Я люблю рок-н-ролл. А, у тебя кассет? А? У тебя кассет и CD? В смысле, если у меня кассет, то только рок. А, да. Много? Много. А у тебя приехал сюда Кашкен конче недельный? Еще не понял. А. Ну, в общем-то, каждую пятницу я здесь бываю, пью пиво, слушаю музыку, общаюсь с друзьями. И да, и сколько лет тебе? Мне? Да. Мне 17. 17? Да. 17? А, 17, да. Да. 17. Занял. В общем-то, я совсем молодой парень. А. Спасибо большое. Совсем большой, ну да, как посмотреть. С одной стороны, конечно. А? С одной стороны, конечно, совсем большой, а с другой стороны, совсем маленький. Маленький? Совсем маленький. Ну как, ну, смотря как смотреть. Да. Это... Да. Стоп. Мари. Ты часто иду на там-там? Да, очень часто. Да? Да. Что ты делаешь? Я. Мы. А? Общаюсь с людьми. А? Общаюсь. Большая стрелка. Там-там. И много музыки. Да. Слушаю музыку? Да, слушаю музыку. Не нравится сегодня? Сегодня? Чик-чик-чик-чик. Нет, слишком тяжелая музыка. А. Я люблю повеселее. И ты? Я тоже. У тебя немецкий акцент. А? Немецкий акцент какой-то у тебя. Немцы акцент у меня есть? Какой групп? Какой группа? Музыка.
Какую игру, пожалуйста? Джордж Блюз. Джордж Блюз. Джордж Блюз. Яша Рей. Ну только Литл Группа пропал. Рагамаффин. Рагамаффин рэп. Лидер of the group, he disappears, we don't know where. The group disappears? No. Лидер, Джордж. А, Джордж, англичанин. Повторите по-русски, пожалуйста. Джордж пропал. Пропал? Да, он пропал. Пропал. Мы поиграли 15 минут. Джордж, врага-блака-блака-блака. Не даешь, да? А? Интервью какое-то. Врага-блака-блака. Говорит, чушь какой-то. So, Джордж wanted. Yeah, Джордж wanted pay. For world music. Джордж, он вот обыскивает Джордж, везде мы его хотим для музыки, я хочу с ним играть. Okay, so, Bastinada is an association for making music more professional. Actually, it consists of two, basically, it consists of two constant members. It's me and its founder, Alexander Yemelyanov, who is terrific drum player. Graduated from Philosophical Faculty of St. Petersburg University and then graduated from Conservatory. So he's a philosophical drummer and philosophical musician. And since we're a bassist, me and a drummer, we're a rhythm group. So we're trying to search for new musicians, new solo players like saxophone players or guitar players, whatever. Or folk music, it doesn't really matter. What we're trying to do is to make this music fly. No, there's a difference between this thing just standing on the floor and this thing that starts to vibrate and float. And this is the difference between the music that we try to make and the music that actually many people play. Our music is like vibrating, it's floating. It might be jazz, hip hop, or bebop, or reggae, or ragamuffin, rap, whatever. We're glad to see anybody from any countries who play with African musicians, with American musicians sometimes, just for ourselves, for our enjoyment and for delight that real music, flying music, floating music gives. And if it will be possible, if somebody interested will see this tape, I think that we'll find some way to contact us through the Temtem Club, because... I'm gonna make you mine.
На конче, дело на конче. Чай готов! Потому что я не понимаю.
Сегодня работала, девушка. Да? Так, и спасибо. Зима мне хорошо. Что говорите, Иван? Why do you steal my soul and you your tape? Спокойной ночи.